Приветствую вас, дорогие друзья, у меня на канале. Сегодня вместе будем готовиться к Пасхе и будем красить яйца. Чем же будем красить? На столе вы у меня видите вот такой вот корень, называется марена красильная. Это природный краситель. Марена красильная имеет также ряд лечебных свойств. Пожалуйста, гугли поищите, будете в восторге. Используется также как краска для тканей или в пищевом производстве. Так что мы сегодня получим такой натуральный бордовый либо вишневый цвет. Бывает иногда так, что краска немножко бывает слабая и цвет получается не тот. Либо переборщите с водой, в большом количестве воды тоже может быть немного не тот цвет. Но сегодня я вам покажу, как же я буду красить. Яйца от домашних кур сегодня у меня на столе. Можете взять, конечно же, магазинные, только мой совет, возьмите коричневый цвет, если хотите получить такой темный окрас. Сегодня я буду красить в бордовый цвет, поэтому за лучшее, чтобы и яйца были вот такого темного окраса. Все, мои хорошие, теперь как же будем все это делать? Возьмем кастрюлю, желательно взять такую кастрюлю, которую вам не очень жалко, потому что у марены такой будет темный окрас и, возможно, покрасит вам кастрюлю, даже эмалированную. Хорошо, вблизи посмотрите, вот такие вот корни, не очень такие жесткие. Где же найти? Знаю, что можно поискать в интернете, можно посмотреть в аптеках, конечно же, потому что это же еще лечебное растение. Поэтому обязательно посмотрите в аптеках, спросите, марена красильная. Все, одним рядом положу снизу, выложу яйца. Так, еще положу. Еще мой совет, посмотрите на рынке у бабушек, спросите. Думаю, что они вам тоже подскажут. Может быть, даже и будет, потому что они продают это в апреле. В апреле-май месяце. То есть найти вам не составит большого труда. Зато получите очень красивый цвет. Все, яйца положила вот таким одним рядом. Сверху снова положу корни марены. Вот так. Хорошо. Видите, никаких забот, ничего. Чтобы яйца не потрескались, также сюда положу одну столовую ложку или две чайные ложки соли. Залью холодной водой. Ну, водой из-под крана. Заливаем так, чтобы покрыть все это. Вот так. И хватит, больше не нужно. Сколько варить, это вы уже сами будете определяться. Вот я, к примеру, люблю вкрутую сваренные яйца. Некоторые любят, чтобы желток был очень такой слабенький. Поэтому по поводу с этим делом определитесь сами. Для начала покрою крышкой, чтобы кипение быстро восстановилось. И после этого сниму крышечку от кастрюли и буду варить вот так вот в открытую. И потом покажу, что у нас получилось. Если у марены будет не такой насыщенный цвет, да, сама по себе она будет не такая прямо хорошая, да, качественная, тогда долго варить яйца не нужно. С целью достижения лучшего результата вам это все равно не поможет. Если у нее будет хороший насыщенный цвет, сразу это будет видно. Скажу, сколько я буду варить после кипения. Итак, на огонь. Кипение есть, уменьшила огонь и теперь буду варить столько, сколько мне нужно. Если дома будет шелуха лука-фиолетового цвета, тогда еще лучше добавьте сюда в качестве подушки. Цвет будет еще ярче и вкус яиц будет вкуснее. В общем, посмотрите, что у нас пока здесь. Сейчас покажу краску. Видите, уже марена отдает свой цвет, но еще пока очень рано, я буду варить.
прошло 40 минут, и, честно говоря, я варила яйца под закрытой крышкой. Посмотрите, какой у нас уже окрас. Ой, насыщенный бордовый или вишневый цвет. А теперь вот прям вот так вот кастрюлю отправляю под холодную воду. Выливаю раствор. И хочу сказать, если вы не знали, особенно домашние яйца, да, всегда после варки отправляю под холодную проточную воду для того, чтобы скорлупа лучше отстала. И отбираем, промываем. Посмотрите. Красота, правда? Протру салфеткой каждое яйцо, после чего обработаю обычным постным маслом для того, чтобы яйца блестели и стали еще краше. И вы посмотрите, какой натуральный красивый цвет мы получили. Ну, посмотрите. Красота. И хочу обратить ваше внимание на то, что ни одно яйцо не потрескалось. Не помню, в начале ролика сказала, что обязательно нужно, чтобы яйца тоже были комнатной температуры и не холодные, не из холодильника, чтобы не потрескались при варке. И, конечно же, в конце ролика покажу, какой вкусный армянский бардуч, либо бутерброд мы приготовим. А теперь обещанный бардуч, то есть бутерброд армянский, самый знаменитый, мои хорошие. Что же нам понадобится? Эстрагон, либо тархун, кто как знает. Зелень такая очень вкусная, ароматная. И лаваш. Ну и, конечно же, соль и яйцо. Все, разбиваем, чистим, как обычно. Мой дедушка делал так. Чтобы скорлупа лучше отходила. Посмотрите. Яйца, когда свежие, они очень... Скорлупа у них очень капризная. Посмотрите, как хорошо отстала. Хорошо. Скорлупу в сторону. Возьмем лаваш. Яйцо. И, конечно же, надо сказать, что я варила яйцо после кипения ровно 40 минут. И вы посмотрите, какого цвета желток. Если вы не предпочитаете такое количество варки, тогда вы должны предварительно отварить морену в воде, получить отвар и только после этого варить яйца. Кладу эстрагон и естественным образом заворачиваю в рулет. И это так вкусно, очень вкусно. Нереально. Попробуйте, кто не пробовал. И напишите мне в комментариях отзывы, как вам такой рецепт. Все, мои хорошие, а я с вами прощаюсь и говорю вам благую весть. Христос воскрес, воистину воскрес. Всех со светлой Пасхой. До новых, очень вкусных встреч!